Друзья, приветствую вас на своем канале Harmony Nostre. Меня зовут Катерина, я видеоблогер из Австрии. Недавно я наткнулась на очень интересную фотостатью на известном туристическом сайте TripAdvisor о 12 местах, где можно увидеть сенсационно красивые закаты. И я решила показать их вам. Из всех 12 своими глазами я видела всего 2. Я покажу вам свои фото одного из них, и видео второго я покажу вам через несколько минут. Итак, что же это за места такие? 12 потрясающих мест, в которых вы можете увидеть потрясающие закаты. Первые 2 находятся в Соединенных Штатах Америки. Один в Кейли-Вест на Мэлори-Сквер. И второй в Нью-Йорке. Ну, вообще, закат с высоты небоскреба – это очень красиво. Следующие 2 заката – это Индия, Тадж-Махал. Очень красивый, известный храмовый комплекс. И вы видите, какой золотистый там закат. Ребята, у кого есть фотографии из этого места, кто, может быть, там был, дайте мне, пожалуйста, ссылки. Я бы хотела увидеть ваши, не отредактированные фотошопом фотографии, как это выглядит все на самом деле. Потому что тут я вижу, конечно, очень много редакции. Автор здесь постарался, отретушировал много. Но картинка очень красивая, согласитесь. Следующий закат на Бали в Индонезии. Тоже очень классно. Еще один закат, и именно этот закат вы увидите через несколько минут в видео. Был он снят во Флоренции, в Италии, на Пьяцале Микеланджело. Я покажу вам, как подняться к этому месту, где оно находится во Флоренции. Вы увидите, как люди подготавливаются к этому закату и вообще сколько там этих людей. Все они приехали с разных уголков земли, чтобы сфотографировать или снять видео об этом потрясающем закате. Сколько там много фотографов с профессиональными зеркалками, со штативами. Люди веселятся, пьют алкоголь, слушают музыку. Очень интересное видео, посмотрите через несколько минут. Следующий закат в Таиланде. Таиланд вообще потрясающе красивая страна с такой природой. Я не сомневаюсь, что закаты там тоже восхитительны. Следующий закат находится в Маврикии. Тоже посмотрите, какой алый закат. Еще один закат, который я видела своими глазами, это закат в городе Ия на острове Санторини. Это греческий остров, очень красивый остров. Ребята, я вам просто рекомендую туда поехать, особенно на свадебное путешествие. Очень романтично там все, ну посмотрите, белая греческая архитектура и прекрасный такой тоже золотистый, я бы сказала, закат. Я покажу вам фотографии этого места, я тогда не заснимала видео, у меня был не очень профессиональный фотоаппарат, но все же вы можете увидеть, как это все выглядит без ретуши, без редактирования, без приукрашения. Сейчас вы видите вечерний город Фира, это столица острова Санторини. Вот был закат, но так как было туманно, получился такой туманный закат. Вы видите, очень много яхт, катеров, лайнеров. Это очень популярный туристический остров. Это я на фоне туманного заката. Вот еще один золотистый закат. Это уже закат был снят с города Ия, который тоже на Санторини. Это сфиры снят закат. Это тоже сфиры. Это тоже сфиры. Посмотрите, солнышко уже почти ушло. Я надеюсь, вам нравятся эти закаты. Это вот тоже закат с города Ия был снят. Видите, мельницу в греческом стиле, их греческие соборы. Очень красивый, но это очень популярное место. Оно просто переполнено туристами во время заката. Я стояла где-то там в 4-м ряду и просто поднимала руки вверх с фотоаппаратом, чтобы хоть что-то снять.
Хотя мы приехали заранее, по-моему, за пару часов, но народу было куча, и все со своими штативами, зеркалками. Просто не протолкнешься, все улочки были забиты. Ну, это просто, как сказать, спектакль. Это как спектакль, да. Провожать там солнышко, это как смотреть спектакль. Это очень красиво. И действительно, я согласна с той статьей, которую мы с вами смотрели. Это тоже сферы закат я снимала. Ну, такие там золотистые закаты. И, конечно, красота идет из-за того, что есть острова, также море, корабли можно захватить в кадр. Это мы провожаем солнышко вместе с бокалом вина. Кстати, это вино тоже, по-моему, было сделано на Санторини, десертное вино. Ну, такая вот приятная компания. Море, вино, пароходики и солнышко, которое вот-вот сейчас скроется за острова и за тучки. Это я пыталась сделать вспышку. Ну, я думаю, что вы сейчас имеете уже представление, как выглядят закаты с острова Санторини. Это как раз вот наш столик. Мы снимали там несколько дней отель в городе Фира. Нам очень понравилось, конечно, потрясающие закаты, да и восходы красивые. Все там красивые города и архитектура. И очень гостеприимный и туристический остров. Особенно очень подходит для медовых месяцев, чтобы справлять свадьбы. Там очень много молодожен, которые делают классные фотосессии. Ну вот, ребят, это был закат с острова Санторини. Возвращаемся к нашему списку 12 самых классных закатов в мире. Только что я вам показала закат в Санторини своими глазами, своим фотоаппаратом. Следующий закат был снят в Лас-Вегасе, в Гранд-Каньоне. Ну, вообще, Гранд-Каньон, я считаю, что это чудо света. А встречать там закат, это само по себе удивительно. Посмотрите, как солнышко освещают горы каньоном. Этот закат был сделан в Кении, в Африке. Очень классно получилась фотография с жирафом. Следующая в Южной Африке. Ну, это вообще потрясающая страна. Кто там был, вы просто счастливчики, ребята. И последний закат в Австралии. Верблюдики, местные жители. Я бы даже ни за что не подумала, что это Австралия, потому что Австралия у меня очень крепко ассоциируется только с кенгуру. Кстати, в Австрии у нас здесь самый популярный значок и вообще все сувениры, где нарисовано кенгуру и написано, что в Австрии нет кенгуру, потому что Австрию очень часто путают с Австралией. Ну что, сейчас я вам желаю приятного просмотра заката во Флоренции с Пьяццале Микеланджело. Если вы планируете посетить Флоренцию, то не поленитесь, сходите на эту площадь и поучаствуйте в этом потрясающем спектакле. Приятного вам просмотра и до встречи в следующем видео. Надеюсь, вам все понравится. Пока! Если вы собрались подняться до Пьяццале Микеланджело пешком, то вам нужно пройти через эти ворота и подняться по очень крутой лестнице. Thank you.
приглашаю вас вместе со мной проводить солнышко. Очень красивый закат. Yeah, no.